Ульяновске прошел митинг, посвященный дню разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. Цветы к вечному огню возложили военнослужащие и десантники, офицеры межвидового регионального учебного центра войск связи, курсанты, летчики, руководство региона, а также все неравнодушные к подвигу героев. Сейчас у нас 23 января, по 23 февраля идет большой месячный героико-патриотической работы. Во всех образовательных учреждениях, начиная с дошкольных и заканчивая вузами, запланировано большое количество мероприятий по военно-патриотическому воспитанию. Вот сегодня, 2 февраля, во всех учреждениях будут проведены уроки мужества, торжественные линейки, парит информации, устные журналы, все, что связано с подвигом советских войск в Сталинградской битве. На территории Ульяновской области проживают 31 участник Сталинградской битвы, 18 человек в Ульяновске, 7 в Димитровграде и еще 6 районах области. В связи с преклонным возрастом всех ветеранов поздравляют на дому. Андрей Творогов, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.